Сегодня они пришли в школу не для того, чтобы получать новые знания. Это утро для ребят – важный момент в жизни. Пока еще в статусе школьников, переступили порог учебного заведения и заняли место за партой, чтобы услышать свой последний звонок. На основании педагогического совета номер 7 от 22 мая 2017 года все выпускники 11 класса допущены к государственной итоговой аттестации. 11 лет ребята учились дружить, узнавали науки и набирались опыта. Все эти знания пригодятся им в новой, взрослой жизни. Со школой они прощаются навсегда и уступают свое место первоклашкам. Выпускникам Бутовской школы номер 1 повезло. Во взрослую жизнь их провожают не только учителя и директор учебного заведения. Поздравить героев дня с окончанием учебы сюда приехал и глава Ленинского района Олег Хромов. Руководитель муниципалитета пожелал ребятам не бояться идти вперед и со всей ответственностью отнестись к выбору будущей профессии. Очень важно, я хотел бы это подчеркнуть, приходить не только в намоленные школы, где уже есть десятилетиями сложившиеся традиции, а поддержать именно педагогов, родителей, учащихся в школах, которые только начинают свое развитие. Проявляются некоторые черты сентиментальности, потому что ты думаешь о том, что ждет этих детей. И, конечно, хотелось бы им пожелать все, что они задумали, у них обязательно получилось. Но никогда не нужно бояться ошибиться, ведь ошибку всегда можно поправить. Бутовская школа номер 1 молодая. Этот выпуск для нее всего лишь третий. Но в этом году она выпускает для себя рекордное количество детей. 22 ученика. Кто-то проучился здесь совсем немного, но для каждого из них непременно запомнится именно этот последний класс. Школа мне всегда давала много позитивных эмоций. Каждый день, когда ни было, сколько бы двоек не получал, сколько бы плохо себя не вел. Но школа – это всегда самые позитивные, самые счастливые эмоции, потому что 11 лет ты проводишь. Тебе кажется, то, что поначалу школа, как это долго, как это трудно. Но вот я уже в 11 классе стою, а я думаю, а когда-то ведь был только еще в первом. И так хочется вернуться немножко, хоть на чуть-чуть назад. Выпускники не могут сдержать слез. Для кого-то это слезы радости, для других – грусти. Видно одно – момент этот ни одного из присутствующих в зале не может оставить равнодушным. Я так переживаю, мне кажется, это слезы радости, потому что все закончилось, но в то же время все печально, потому что больше, я думаю, мы так не будем часто собираться с одноклассниками, мы не будем видеть учителей так часто, нас не будет рядом наших наставников, которые помогали нам, поэтому, наверное, вот эти слезы. Волнуются не только выпускники, в зале много родителей, которые, будучи людьми взрослыми, понимают, какой это ответственный и важный момент в жизни каждого человека. Такие трепетные чувства, что прям до слез, знаете. Я когда-то тоже была выпускница и тоже такое прожила. И, конечно, я очень завидую ребенку, что она дошла до такого уровня, что дошла и заканчивает школу. Ну и того я желаю самого лучшего моей дочке. Подобная картина в этот день во всех школах района. Впереди у ребят экзамены и выпускной вечер, после чего они простятся с детством и начнется новый этап в их жизни. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.